Всем огромный-огромный привет! Сегодня небольшие покупки из магазина Fix Price. Хочу вам показать, рассказать. Первое, что я купила за 59 рублей. Вот такие вот баночки для специй. Это набор для специй, 4 штуки. Очень мне понравились. Можно, в принципе, взять куда-то с собой в путешествие даже свои любимые специи. Мерное деление есть. Вот такие вот красивые баночки. Давайте откроем, посмотрим поближе. Может быть, кто-то под рукоделие, например, под бисер. Тоже как вариант. Можно, в принципе, присмотреть. Плотно закрываются. Поэтому обратите внимание. И здесь 50 миллилитров. Вот такие. 4 баночки в наборе. За 149 рублей взяла лак для волос. Экстракты трав, протеины шелка, антистатический эффект. Там есть 4 и 5. Я взяла 5. Это моя уже повторная покупка. Вот такой обычный здесь клапан. Перекись. Самую дешевую перекись нашла в Fix Price. 18 рублей. Беру там ее постоянно. Тоже моя повторная покупка. Там есть вот такие с капельницами по 100 миллилитров, и есть за 149 рублей или 199 рублей, точно не помню, литр. Можно, в принципе, купить вот такие капельницы и потом покупать большой объем, чтобы сюда переливать. Тоже будет удобно. Тем более по 18 рублей, я считаю, это не так дорого. Вот такие. И хлоргексидин есть, кому надо, так что присмотритесь. Дальше взяла клей. Мало ли что нужно подклеить. 69 рублей стоит по карте Fix Price Эрих Краузе. Большой такой стик. И написано, что самое интересное, не токсичный и новая какая-то формула. В общем, взяла 19 грамм. Мадой Корея написано. Да, Корея. В общем, я хочу вклеивать рецепты в тетрадку. Также где-то что-то подклеить. В общем, а то тут кинулось. И у меня нету, понимаете, клея никакого. Можно там еще ПВА взять. Взяла вот такую интересную, самую дешевую точилку. Такая интересная. Бюджетный вариант. 59 рублей. Берлинга. Нажимаешь, там дырочка появляется. И вот так можно закрыть, чтобы оттуда ничего не высыпалось. Приятный такой на ощупь пластик. Я уже поточила тут карандаши. В принципе, точится хорошо. И вот имеет контейнер, но контейнер очень маленький. Вот это я буквально 2 карандаша заточила, и уже контейнер полный. Часто нужно будет его опустошать. Но я купила еще вот такую большую точилку. Это электрическая точилка для карандашей. 199 рублей, автоматическое затачивание, и она на батарейках. Представляете, будем ее с вами тестировать, смотреть. Удобный контейнер для сборки стружки, противоскользящие ножки. В общем, заточка начнется при помещении карандаша в отверстие. В общем, будем тестировать, что это за такая интересная точилка. Ну и, конечно же, на смену в туалет давно уже не меняла. Взяла вот такой вот комплект. Это ёршик с емкостью. Называется комплект для туалета капли. Недорогой, 79 рублей стоит. В общем, взяла, но он мне показался какой-то, знаете, девчонки, вот прям, ну вот хлипенький. Вот, посмотрите, ну хлипенький. Такой какой-то, ну, ой, главное не сломать. Какой-то такой хлипковатенький. Ну, посмотрим. В общем, взяла, пускай будет на смену. Ну и, в общем, такие у меня небольшие покупки были. Понравилось, подписывайтесь. Всем огромное спасибо. Пишите, что в Fix Price покупаете вы. Мне будет очень-очень интересно. Всем пока-пока.